Друзья, всем доброго времени суток. У нас еще утро. Мы с Димой мылись, позавтракали. Я уже покормила животных. В общем, как и говорила, я еду в Стаханов. Но сначала хочу заехать на пикник нам, где у нас салон связи, спросить, можно ли сим-карту восстановить нашу местную. В Стаханове там раньше восстанавливали МТС-овская, это украинская сим-карта. Вот, хочу узнать. Вот, еще хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку. Вот, знаете, все равно на душе такой камень, неприятно. Я даже не знаю, чего мне жалко. Самого телефона, номеров, все это, да, восстанавливается. И с родными потом все это узнаешь. Больше, наверное, мне финансов жалко, что эти деньги могли бы... Телефон-то по-любому нужно, конечно, покупать новый. Без него никак. И именно нужен смартфон, чтобы пользоваться. Ну, я же говорю, на эти деньги можно приобрести и Диме лекарства, и мы линолеум думали. Теперь все это, как говорится, откладывается. Поэтому даже не знаю сказать, вот, что мне больше жалко. Ну, что есть, то есть. Хоть жалко, хоть не жалко. Вот, мне Дима давно все уже, еще на день рождения говорил, давай тебе новый телефон купим. Ну, я не любитель вот техники там обновлять. Мне нравится пользоваться, как говорится, по старинке. Вот я привыкла к этой модели. Хотя Дима говорит, я бы такой точно купила. Думала, может, они еще дешевле стали. Этот, по-моему, 5000 стоил. Вот. Ну, Дима там прислал мне... Ой, здесь такое эхо. Модели там, ну, в среднем 12 тысяч, это вообще огромные деньги. Ну, сказал, там 2 дня идет на Алиэкспресс какие-то скидки, там есть и по 8. Ой, даже не знаю, я никак не могу. Все равно надеюсь и жду. Дима WhatsApp написал, чтоб может вернуть, но никто не заходил. Может быть, сразу все поудаляли, подключали. Вот. Что касается еще сим-карт, даже не знаю, можно будет восстановить или нет. В России хорошо, когда покупаешь сим-карту, нужно обязательно паспорт. У нас такого не было, когда МТС покупали, вообще паспорт не нужен. Лугаком, вот я не помню, первые, по-моему, тоже тогда, может быть, по паспортам, я даже не помню. Ну, взяла паспорта, узнаю. В общем, Дима мне пожелал удачи. Сама себе желаю удачи. Все, результат потом узнаете. Друзья, я уже в Стаханове. Ну, радостные новости есть немного. Вот покажу вам немножко Стаханов и расскажу. В общем, в Брянку я заехала сначала на пикник. У нас магазин, там есть сотовая связь. Вот. Парень мне восстановил МТС-карту. Но сказал, нужна вот эта коробочка там с документами телефона. Хорошо, мне в рюкзаке ключи от моей квартиры всегда. Я сбегала, быстренько взяла коробочку. Хорошо, что не выбросила. Видите, как иногда пригождается то, что иногда выбрасываешь, как за ненадобностью. Ну, принесла, он посмотрел, в общем, сразу созвонился и сразу мне на руки выдал там по какому-то коду, там на коробке написано. Все, и сразу мне выдал новую сим-карту. Вот, 300 рублей заплатила. Ну, кто-то в комментариях писал, что бесплатно дается. Ну, у нас, понимаете, может быть, если бы это на Украине дело, может быть, и бесплатно. У нас все коммерческое,
поэтому все операции, все процедуры, все это делается за деньги. Ну, это хорошо, что можно восстановить. Вот, спросила я еще, можно ли заблокировать телефон. Он сказал, да, можно, если будет адрес или что-то такое. Ну, в общем, или ми-код, ну, какая-то это фигня. Я не знаю, может, Дима и делал что-то, может, и есть. Приеду домой, спрошу, и если что, может, завтра опять поеду. Вот. Может, знаете, когда заблокированный будет телефон, может быть, быстрее как-то вернут. Вот, потому что если его нашли тут, в микрорайоне, то, судя по фотографиям, знают, кто я. Хотя там подозрения есть на детвору, что они как раз в это время проходили там. Ну, спросить напрямую неудобно, знаете, как можно обидеть, поэтому никто точно не видел, не знает. Ну, а я говорю, если будет заблокирован телефон, уже им пользоваться не смогут. Может быть, тогда и подкинут, или вернут. Ну, в общем, уже не важно. Вот. А Лугакумовскую сим-карту мне нужно делать в Стаханове. Вот здесь в Стаханове есть специальная связь Лугаком. В общем, я иду уже второй раз. Не успела я дать перерыва. Я документы показала, паспорт, все. Она передала данные на Луганск. Но она говорит, это минут 15 ждать. А было уже без 7, 12. Вот поэтому девушка говорит, ну мне надо на перерыв идти, я не могу ждать. Ну это понятное дело. Вот поэтому я сбегала еще наверх, корма купила кошечки немножко, яблочек там на базе, рядом база дешевле, там хорошие, крупные, по 50, по 60 рублей. Вот, ну раз приехала, чтобы с пустым рюкзаком не ехать. Вот. Ну, надеюсь, что Лугаком я тоже восстановлю. Уже прям, знаете, так на душе немножечко легче становится. Как бы вот контролирую свое состояние, все, ну, не всегда получается. Вот в таких, все, что касается финансов, я, конечно, это все тяжело переживаю, особенно если это по моей вине. Вот. Одно дело, если бы он там испортился, сломался, ну, уже, как говорится, с возрастом, это одно. А так, с моей халатностью, вот. Вот он этот Лугаком. Работники стоят. Друзья, ура! Сим-карты я все восстановила. И Лугаком, и Водафон. Так что все, теперь бегу домой. Может, кому-то пригодится. Вот это здание находится. Там бассейн. Здесь был старый, ну, детский мир был, в общем, дворец культуры. Может, кому-то тоже пригодится. Я имею в виду, кто в Брянке живет. Такое здание. Все, время уже, ого-го. Надо быстрее бежать. Очень-очень рада, что все получилось. А за Лугаком я за восстановление сим-карты 70 рублей отдала. У нас бесплатно ничего не делается. Друзья, добрый день. Уже следующий день. В общем, как я и говорила. Дима занимается. В общем, мне уже, скажем так, полегче стало. Все-таки сим-карты возобновила. Это многое значит. Вчера вечером уже перегладила все белье. Тут было у меня три стирки
Надо было мне чем-то заниматься, чтобы не думать. И сегодня поехала я, хочу сказать, Дима молодец. Все с телефона он сделал, добыл мне аккаунт вот этот, что все можно вернуть в новый телефон, когда будет. Вот. Ну и парень говорил, если есть мне аккаунт, можно телефон заблокировать. В общем, я сегодня съездила. Парень также сказал, можно, но только нужен телефон такой же к Xiaomi, вот этот, ну не обязательно такая же модель, но именно этой фирмы. У него нет такого телефона. Он говорит, ну вот как купите, ну приобретете новый, да, придете, мы все это сделаем, все это возможно. Вот. И очень хорошо, что можно вернуть все данные. Вот я у него спросила, а нельзя? У него там в продаже есть новые, говорю, можно воспользоваться? Он говорит, ну нет, это новые, и если у кого-то взять телефон, тоже там и почта, и что-то, ну может какие-то настройки сбиваются. Вот, поэтому, когда будет новый, можно тот заблокировать, а потом уже вернуть все свои данные. Я еще переспросила, а мы потом можем все вернуть? Он говорит, да, это остается, это аккаунт у вас, все это вы можете им пользоваться, ну, в общем, все вот так. Да, будем надеяться, что все данные вернутся. Вот, ну, в общем, я себя уже чувствую нормально, тем более хочу еще поблагодарить. Вы стали, денежки перекинули мне на покупку телефона. Я очень вам благодарна, безмерно, конечно. Я не знаю, сколько мы собирали, но я сейчас пока взяла старенький свой. Сейчас покажу, да, он такой сенсорный просто, но он в хорошем состоянии, но хотя бы там, правда, одна сим-карта вставляется. Ну, батарея уже плохо держит, но, по крайней мере, я брала Димин телефончик, вот этот, что у него висел. Ну, знаете, как вдруг кто-то позвонит, вот куда иду, а мне с Димой все равно связь нужно держать, хотя бы вот по Лугакому, поэтому я поставлю свой в тот старенький телефончик. Сейчас я покажу вам. Баксик тут на дороге лежит. В общем, вот такой у меня Samsung. Надо будет еще ставить батарейку. В общем, ну, был рабочий. Вот, еще я некогда вставить пока в Димина. Ну, а это вот, я же говорю, коробочек моего новенький. Вот. И зарядные тут взяла. Ну, в общем, будем пока пользоваться этим. Все, еще раз всем-всем огромное спасибо за сочувствие, за помощь, да, за поддержку. Всем-всем спасибо огромное. Это будет, да, как куплю, будет действительно подарок на день рождения от всех, от подписчиков, от родных, да. Так что, вот, как говорится, как сама накаркала, мне ничего не нужно, у меня все необходимое есть. И вот так получилось. Ну, все, что не делается, делается к лучшему. Все, я уже так подуспокоилась. Так что спасибо вам еще раз огромное за такую поддержку.